опушке леса стояла избушка. В избушке жили дедушка и бабушка. И была у них внучка Машенька. Эй, дед! Чего тебе? По пальцу себе не тяпни. Размахался на старости. Не тяпну. Ты вот лучше лапши свари. Да это к того, с грибами. И без грибов обойдется. Почему без грибов? Нету. Эка дело какое. Ну, не горюй, дед. К вечеру будут грибы. Машенька в лес пойдет, наберет. Бегу! Таких грибов принесу, таких грибов! Одних белых! Стой, тебе говорят! Чтобы того от подружек не отбиваться. В лесу и волк, и медведь. Что такое?
человеческим духом пахнет. Ну, гость дорогой. Девочка, да какая пригожая. Хозяюшка будет. Пирожки там испечь, кое-где подштопать. Чего ты? Чего ты? Медведь, боюсь. А ты меня съешь. На вот куколку. Поиграй. Страшно. Ты меня съешь. Затвердила. Не то, что тебя мушки не проглочу. Пчелку вот, когда с метком, и то ненароком. Про мед говорю, а дитя не пивший, не евший. Покушай метку. Спасибо. Это для кого? Для дедушки с бабушкой. Ты меня к ним проводишь. Домой? Еще чего? Был бы твой дедушка, как я, одинокой, а то еще с бабушкой. Ему и так весело. Нету внучки, нет красавицы. Опять весь лес обошел. Вот горе-то горе. Пропала, Машенька. Одни мы остались. Не плачь ты, старуха. Не надрывай моего сердца. Сказал нет, значит нет. Живешь у меня в полном довольстве. Чего тебе не хватает? Дедушки с бабушкой. Мы с тобой ягоды собирать пойдем. Я такие места покажу. Ох, не оберешь. А вечер придет, я тебе сказочки сказывать буду. Сказок я знаю. Вот такую бы книжищу написал. Будь я только грамотный. А ты неграмотный. Вот не столечко. А хочешь, я тебя научу? Грамоте? Это можно. Только для этого доска нужна. Это не годится. Можно черную. Есть черная. Такая сойдет? Сойдет. А писать чем? Щепочкой. Провел и готово. Мы и ши а Миша. Да ну, вот это я. А не казист. Верно, что косолапый. Хочешь, я научу тебя букве А? Как не хотеть. Научи. Не отвлекайся. Это АБ.
Во-во, мне бы побольше. С мелкими-то я не управлюсь. Теперь пиши ты. Хорошо? Очень плохо. Садись. Спроси еще. Довольно. На завтра выучишь букву А. Выучу. Постараюсь. Мне пора идти в лес за хворостом, а ты будь умницей, не вздумай домой бежать. А Машенька умная была девочка. Видит она, что медведь ее добром не отпустит. Да и придумала хитрость. Подожди, дядя Миша, у меня к тебе... просьба есть. Какая, Машенька? Я напеку пирожков, а ты, как из лесу вернешься, отнеси мои первые пирожки дедушке с бабушкой. Ну что же, ты хорошо надумала. Напеки пирожков полный-приполный короб, я его и снесу. Напеку пирожков, а потом... за малиной в лес. Умница. А короб ты в избе оставь. Оставлю. Только смотри, пирожки мои по дороге не съешь. Ты ведь, я знаю, лакомка. Есть такой грешок, Машенька, есть. А я влезу на самый высокий дуб, с которого все видать. И увижу все. Ведь что надумала? Ну, прощай, Машенька. Прощай, дядя Миша. Машенька! 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 Хорошо пахнет. От одного не убудет. Высоко сижу, на тебя гляжу. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Ну и девочка, и впрямь на дуб забралась. От одного не убудет. Высоко сижу, на тебя гляжу. Не садись на пенек, не ешь пирожок.
Здравствуйте! Вы Машины дедушка с бабушкой? Мы дедушка с бабушкой. Ваша внучка жива, здорова. Вам пирожков прислала. Какие пирожки? Скажи, где внучка? Не скажу, не открою. Живет как царица. У вас одна хата, у нее целый лес. Берите пирожки. Скажи, медведь, где Машенька? Жива! Жива! О! Машенька! Внучка! И внучку доставил, и пирожки. Приятного аппетита! Дедушка, бабушка, это вот дядя Миша. Я заблудилась, а он меня приютил. Спасибо тебе. А пирожки, дядя Миша, я для тебя пекла. Угощайся. Ты, дядя Миша, на меня не сердись, что я схитрила. Ты меня не пускал. Не сержусь, сам виноват. Хороша внучка. Теперь уговор. Как праздник, вы к нам. Ваш гость. Приходи, дядя Миша, учиться будем. Вот и сказки конец. Понял косолапый, что родного угла ничем не заменишь. В гостях хорошо, а дома лучше.